Всем привет, дорогие друзья и зрители моего канала, и всем привет еще раз. С чем я второй раз сказал привет? У меня, как видите, боец бой, я уже накопил так неплохо новый пропас. Ах, ребята, у меня грустная новость для вас. Вообще, вы видели то, что мои видео не выходили? Это по одной большой проблеме. Мне не давали снимать видео. Реально, я не мог снимать просто-напросто видео. Ребят, посмотрите на... Чё? Это за хрень такая? Тысяча сто одиннадцать за какие-то тупые квесты какие-то, реально. Божечки мой! Ай, блин! Гаджет! Ульта! Гаджет действует! Действовал гаджет! Убиваем было! Ребят! Это просто было топово! Сейчас. Минус. Не обращайте на этот звук. Это я просто Глента смотрю. Это я просто повторку стрима Глента смотрю. Не обращайте внимания, если слышите. О, кстати, мы тут играем. У меня есть обалденный скорик. Да. Всё, минус. Столкновение против Алипримыча. Просто победа. Так, стоп, я вам показывал свой ID. Мне сразу плюс 6. Что? За хрень. Интересно, а Лолу можно выпить в ящике? Погодите, ребят. Потом такой. У меня с первого прям гаджет такой, бабах. Сейчас я улучшу. У мамы монеток. Ролли на руке. Не, ролли на руке. Не, нельзя. Ничего не выпадет, ребят. Я так и знал. Ну, нет. Чего не выпало, ребята? Полная хрень только. Так, выиграем. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Не знаю, что это, но пойдем. В важное столкновение или в одиночное? А, одиночное. Божечки мои, я что-то перепутал. Ой, конечно, перепутал. Ты перепутал все. Мишка, где лучше ты атаку? А, Мишка выжил.
Все, ребят, все чики-пуки. Нита! Сейчас, погодите, почешу себе щеку. Ой, там бойня какая-то идет. Блин, Тара. Хреновая ты, Тара. Мишка. Что ж. Все, ребят, сейчас пойдем в атаку. Почему одна банка? А, играть снова. Я офигеваю, что происходит в Brawl Stars. Так. Опс, опс, опс. Опс. Давай поговорим. Мне не кажется, там Мортис был. Я не хочу Мортиса встречать тут. О, нет. Враг. Твою ж налево. Фрэнк. Смотри, девчата. Мортис, иди в пятую точку. Иди в пятую точку. Иди в пятую точку. Фу ты, Глена, блин. А, ну, все хорошо. Ролли на ракете. Если постараться, то можно было и выиграть. Он проиграл. Ой, блин, свою жвачку нахрен. Ты свою жвачку, я своего медведя. Где ты? А, я думал, это Биби взяла. Мишка убил Биби. Нет, он не убил Биби. Победа. Я замолчал, потому что я дышал. Я хотел даже дышать. Такого страха, конечно. О. Блин, я думаю, что мне это будет. Че, у нас не выпадает? Всякая фигня, я так сказал бы. Ну, че, мне это? Сейчас. Выберу вот это. А что там? 250 рублей кибичка скинула. Вообще, что происходит? Угу. Ладно, идем дальше. Я реально, я не хочу вместе пиарить канал, а потом за донат, потому что это происходит. Чё, такое я не знаю. Потом, ребят, узнаем. Да, прошлый сезон я весь открыл, как вы видите. Ну, а вот этот сезон не. Блин, хотелось бы Лолу, но приходится собирать гемы. Гемы. Почему их кристаллы на то не есть? Так, что он тут делает? Это мой друг, братан такой. Сейчас бой выиграем. Кстати, мой самый любимый боец начинается на В. Подумайте, его еще нету. Все. Ha 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 ha!
противился, который поверил мне. Вообще. Ой, тут Амбер. Ой, тут Бе. Пошлите нафиг. Блин. Ский, блин. Ну. Так бывает. Какой-то квест. Карта. Боже. А сили гута. Реально, а сили гута, блин. Ча быстренько. Все, выиграем. Боже! Мой! Не, не умирай, Пайпер. Ты мне подруга или кто? Давай, живи, зараза. Живи! Вот, ставьте лайки, если что. И также подписывайтесь на канал, не забывайте. Ай, блин, то что я что-то не говорю с вами. Ну, ребят, простите. Блин. Кстати, ладно уж, конец ролика почти. Сейчас этот бой быстренько доиграем вместе, ребят. И я скажу сейчас своего любимого. Это ворон. Да блин. Давай быстрее. Убивай. Примача. А не, не убивай. Ты убивай. Очень много. Естественно, я возродился. Очень даже хорошо, то, что я возродился. И, блин, бесконечная ульта. Как будто. Но... На этом всем спасибо за просмотр. Всем пока.